se donner. Thank you.
Alo, alo. Ne oldu? Ну, не знаю. А что, а мы это не выписали на счет? Ну, вот это сюда. Так ты сама позвонила ей. Ты сама, говорю, позвонила ей. Заканчиваем переход. Ага. Ну да. Ага. Ну это они пусть разбираются, конечно. Можно было сообщение переслать, это Анькина туда сразу же. А, все ясно. Ну да. Ага, да. Ну, да, да, получилось. Я же дорожку протоптал сюда, я уже хорошо это знаю. Уже тут сколько, каждый раз хожу, каждый раз видео снимаю. Одно и то же, ну, при разной погоде. Ну вот я был осенью, это снега не было. Сейчас иду, снег выпал. Отлично. Вот, а потом пойду. Нет, а они отменили смотрины, сказали, что что-то там к праздникам, до праздников, я не знаю. Что там они, в этих башке у них свинячий. Ну, не знаю, может быть, из-за зимы-то дебильные, может быть, еще из-за чего-то люди не хотят ехать. Не знаю я. Ну, черт его знает. Ну, может быть, какие-то предпосылки. Ну, да. Но это непрофессиональные покупатели, понимаешь? Они непрофессиональные. Они могут купить какую-нибудь помойку, да, а мимо, так сказать, бриллианта могут это, пройти мимо. Понимаешь? Ну, что... Черт их знает, я не совсем понимаю. Видишь, странно, что у этой дом не продается. У Светланы? Не знаю. Ну, я посмотрю, как тот дом без отделки продастся. Тот дом, который в финском стиле. Вот он покрашен профессионально. И как бы и вид у него человеческий, не то, что там у нас. Вот. И размер, в общем, там сколько, 3 комнаты? Или 4? Там... Ну, да... Да. Ну, был бы хотя бы подиум, понимаешь? А без света наряжать его, я подумал, смысла нет никакого. Абсолютно. То, что вот сейчас еще пройдет месяц, и можно его с продажи снимать до марта месяца. И в марте месяце опять выставлять его. Причем, видишь, опять же, какие фотографии. Если летние фотографии выставишь, черт его знает, недавно построены, а летом уже, типа, продавался. Тоже нельзя. Значит, надо будет новые фотографии делать. Ну, ну, типа, надеюсь, до листиков. Листики у нас будут в мае распускаться нам. До мая уже надо капустой шуршать в Таиланде. Желательно лучше во Франции, конечно. Нахер нам эти узкопленочные. Вот. Поэтому, черт знает, посмотрим, как там дело пойдет. Ну, вот, надо... Да не недолго, но там сложности свои есть. Я 3 часа только сюда ехал. Видишь, я выехал в 12, а в 9, ой, в 9 выехал, а в 12 только я вышел отсюда. Ну, в метро. Ну да, очень тяжело было ехать, потому что там все брызгает. И, кстати говоря, спиртом протер окно дважды.
И нормально было, даже не намораживалось. А в прогнозе погоды было... Ну, я дважды вытер, там была вода. Она смешалась со спиртом, поэтому она и замерзла, вероятно. Ну, вот. А что я хотел сказать-то? Ну, можно было. Ну, да. Да. Ну, черт его знает. Ну, это надо тереть так. Ну, 3 часа, видишь, добирался. 3 часа, и сейчас опять поеду. Что, если я опять в 3 часа приеду, что ли? Там же темно будет. Надо будет с фонариком там лазить. Ну, я посмотрю, как лучше. Может быть, только сниму надо аккуратно. Ну, да, да. Видишь, фонарь бы... Ты посмотри, у нас какой-нибудь фонарик есть, что я этим телефоном свечу, он периодически отключается. Естественно, в нужный момент. Нет, нужно ярко. Ну ладно, бог с ним. Хорошо. Да нет, там не подлезть, там надо его на пол класть. Ну ладно, бог с ним, у меня у самого есть телефон. Надо будет его достать и батарейки вставить. Надо будет поискать его и вставить его лучше, да, точно. Из пультов достану все батарейки, из пультов, и его включу, точно. Хорошо. Ага. Ну да. Угу. Да. Так, ну ладно, все, давай, я к метро уже подхожу. Давай, все тогда. Сейчас буду его уже на метро поеду. Все. Все, давай, да, все. На ноль.